Кто-то может говорить: Леша, ты не работаешь, телеканал «Звезду» никто не смотрит. Но посмотрите, за моей спиной автобус ОАО «ММК». Он привез сюда сегодня в обыкновенную субботу людей. Представляете, да? Никто не смотрит телеканал «Звезда». Никто не смотрит, да и не смотрите его. Вот, потому что мы вам первым делом показываем то, что мы вам показываем. А что мы вам показываем? Мы вам показываем замечательный лимонарий. Я не буду демонстрировать тех людей, которые там, потому что все реально понимают, где вам дается здоровье. А здоровье дается именно здесь, на Ровчатской лимонарии. От города буквально 10 минут езды. Ну и чтобы понятно-то было, вот вам те машины, которые сюда приезжают. И мы были бы готовы бы себя обвинять, но такого-то и нет. Мы работаем вместе с лимонарием. К сожалению, я пока не понял тех, у кого интернета нет. Но понять-то надо о том, что я вам могу говорить не по телевизору. Но и вы должны это знать. Но да ладно, это ваше право. В остальном, и мы вам это демонстрируем, широкий охват в средстве массовой информации. И вот вам клиенты, и не только. Да, люди понимают результат. Что проще проехать 10 минут от города, получить удовольствие, взять натуральный лимон и почувствовать аромат тропиков. Кстати, мы не говорим о выходных. В любое время сюда приезжайте, и вот вам результат. Здесь все цветет и пышет. И это тропики у вас под боком. За моей спиной находится голубая агава. И вы поймете, что здесь произрастает. А здесь произрастает более 400 видов растений, которые не могут у нас здесь жить. Понимаете, да? Как это классно получается. Приходите, наслаждаетесь, получаете свой собственный аромат. Так вот, из голубой агавы делают замечательный напиточек. Вот. Вы этот напиточек, если вырастите, сможете вкусить. Но потом уже этот напиток вы закусываете замечательным лимончиком. Вообще-то надо понять, что не только лимонами здесь занимаются. Кстати, о птичках. Вы пройдите по аллеям и посмотрите на то, из чего все растет. Пройдите и посмотрите. И честно, не в каждом экопарке я видел такое многое количество на такой маленькой территории. Но чтобы столько, и не по основной аллее надо пройтись. Основная аллея — это круто, но другие места тоже хороши. И пофоткаться здесь можно. Причем вы можете сфотографироваться и на свадебку, и время в ресторане местном провести. Есть здесь и такое, и понять-то надо, что круче места, чем здесь, вам днем с огнем не найти. Посидели час-два, а может и несколько, погуляли по тропикам, и удовольствие, и вообще. И вообще-то надо понять, что если бы не на Ровчатский лимонарий, части нашей нормальной жизни было бы меньше. Ну а так, купаемся в бассейнах, их у нас много, и дышим тропиками. Благо такое есть. Меня Максим попросил, говорит, давай все-таки немножко, раз ты начал говорить о финансах и политике, поговори про Lehman Brothers. Был такой банк вот, в Америке, вот, миллионы выращивал, и сдулся он. Представляете, вот надо было ему сюда приехать, в Ровчатский лимонарий, потому что здесь вы не миллионы выращиваете, у вас лимоны растут. И вот они за моей спиной. Вот, кроме всего прочего, видите, в чем я нахожусь? Да, я нахожусь в турецкой футболке. В Турции я был раз 30, наверное. Вот. Последний раз был классненький. Вот. Ну так вот, что касаемо Турции. Где я был, и было, естественно, сцена. По одной простой причине. Мне приходилось кое-что делать. Кое с чем. Не буду про это ничего говорить. Потом вы все это дело посмотрите на YouTube. Так вбивайте фамилию Челейкин и поймете. Так вот, я просто начал пересчитывать. Говорю, вот сыночек мой также заразился герпесом, когда он купался в Турции. Представляете, да? Упал, искупался и герпес во рту. Вот. Если вы не сильно хотите никуда ехать, да? Вот. И хотите просто купаться. Сейчас объясню. Купание в Магнитогорске вот, стоит всего 200 рублей. Это в ровесник мы ходим. Итого, если пересчитать на 10 дней, то сумма получается 1000 рублей. Ну, не 1000 рублей, 2000 рублей, простите. 2000 рублей, купание, каждый божий день. Вы плаваете. Вот. Что касаемо того места, где мы находимся. Я вам серьезно расскажу, что Турция имеет побережье, как бы его назвать, субтропическое. Оно небольшое, всего примерно километров 50. Вдоль Средиземного моря. Все остальное там не тропики, уж поверьте мне. Я просто съездил и посмотрел. Вот.
если у вас возникают особенно какие-то проблемы, во-первых, ехать-то никуда и не надо, потому что сюда проезжаете 10 километров от города, спалите, ну, максимум литр бензина. Здесь проведете час, может быть, два. Получите аромат. О, как мне это нравится. Вот, все остальное. И как купаться? Да купайтесь вы где угодно. То есть у нас есть аквапарк, у нас есть замечательные два бассейна. Также приходите, спокойно купайтесь. То есть цена вопроса будет еще и дешевле. Причем купаться в бассейне можно круглый год, так же, как сюда приезжать. Вот, теперь про лимоны. И теперь уже вам необходимо будет переключиться на телеканал YouTube. Потому что лимоны — это очень-очень вкусная штука. И благодаря нашему творчеству сюда приезжают люди и покупают. Потому что, ну, понятно, да, вы видели, девушка приходит с огромным ведром лимонов, оно сразу разбирается. Потому что люди начинают понимать, что такое сорт юбилейный. Так вот, сорт юбилейный, как я вам в прошлом сюжете рассказывал, это две комбинации из лимонов, которые произрастают здесь же. И вот такая штука получается. Шикарнейшая. Вот так-то вы здесь дышите без проблем. Потому как все проблемы с нашим воздухом, и это не здесь. Здесь абсолютно другой климат, потому что это теплицы. А в теплицах растут совершенно другие растения. Вы просто зайдите сюда и после посещения купите лимон. И ровно через неделю вы поймете, что без лимонария вам не обойтись. Это я, крутой такой, ем их много. Но почувствовав аромат сорта юбилейный, вы на 100% вернетесь сюда. Надо просто это понимать, что рай для вас возможен. И место такое есть. Наровчатский лимонарий. И вот вам надо понимать, что такое телевидение. И телевидение вам показывает, как надо работать. Как работает замечательный лимонарий. Дело в чем заключается? Я всю жизнь говорю, что такое слово кризис? Кризиса, по сути, у нас нет. Кризис у вас в головах, понимаете? Вот здесь кризиса нет. Они обратились ко мне, я это им и делаю. И понять-то надо, что даже рядышком с Магнитогорском, в замечательном поселке Агаповка, ну вот мы, Наровчатка, это буквально от Агаповки, ну, 3 минуты езды. Все нормально работает. Я реально смотрю, что и город строится, и вообще, ребят, вы о чем говорите? Нету кризиса. Ну, цены выросли, так надо привыкнуть к этим ценам и продолжать жить дальше.